Смотрите, я тут заехал в магазин и прикупил вот такую приманочку новую. Это Lucky John. Кренчик такой небольшой, 45 размера. Вот сейчас хочу его попробовать. По окушку погонять. Может даже и щучек возьмет. Опа. Вот такой вот. У него тут что получается? Он 7 грамм и заглубление до 1,5 метра. Вот такой вот небольшой. Шумит. Сейчас попробуем на него окушка половить. Так, ну вот. Так, он у нас плавающий получается. Буду пробовать его на равномерной проводке. Ну, что-то, ребят, походу... Здесь не его стихия. Видите, сколько грязи еще в траве. Ой, в траве, в воде. Не то, что грязи, а тут какой-то ил такой травяной плавает. Конечно, тут и на лопатку, и на оба тройника все нацепляется очень сильно. Но летит неплохо вроде. Так разобраться не могу. То вибрация есть такая сильная, а то пропадает. Но игра вроде ничего так. Прикольно там болтается. Это что-то хорошее взяло. Тут вот клоки начал подводить. О, ребята, щука. Щука неплохая. Прямо щука, ребята, неплохая. Как мы без подсаки ее сейчас доставать будем? Ого! Хорошая щучка. Ну, килограммчик. Даже полторашка. 1,2. Что, будем ждать, пока устанет. Я не ждал, что мы ее так быстро обловим. Нашего. О, ребята. Ну, засадить должен был хорошо. Вот что там, 2-2 тройника. Садить хорошо, поводок у нас этот из струны. Опа. Опа, аккуратненько. А что, будем ждать? Будем ждать, пока устанет. Без подсаки сейчас ничего не сможем сделать. Сейчас на свечке будет выходить, конечно. Что-то там уже перекрутилось. Ох, погнала-то. Как ты это... Ого. За жабры там перекрутилась маленько. Ну, хорошо засадил. Никуда не уйдет. Что-то там совсем бедняга уже запуталась. Нет? Вроде распуталась. Ой, не знаю, что брать, не брать, пора, не пора. Никуда и уже не уйти. Опа! В танцах. Придется мучить, мучить рыбку.
блин, она совсем не хочет вставать. Да мы поняли, что ты уже... Ух ты! Ну давай уже, сколько мы тут с тобой пролазим сюда сейчас? Опа, ребята, вот она. Вот она, красавица. Вот она. О. Ну что я вам сказать? Это кило, наверное, полторашка. Полтора, кило 200. Хорошая. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, ох, там заглотила нашего рыбсика-то. Да ты, о, смотрите, выплюнуть умудрилась. Это да. Ребята, вон тут от такого рыбсика сразу. Буквально тут третий-четвертый заброс, и вот тут же заловил. Смотрите, какую бандуру. А, какая красавица. Ну что, друзья, давайте, наверное, отпустим все-таки рыбешку-то. Тут, правда, конечно, всю лодку извозюкала. Но пакет я не брал с собой, поэтому сейчас мы ее оклемаем. Пускай живет. Когда-нибудь трешкой станет, блин. А может, пятеркой. А мы встретимся с ней еще. Опа. Опа, гнала, все, убежала. Ну что, ребят, а? Разловил? Lucky John. Вот такое. Прикольная штука. Я не ожидал, что так быстро и, скажем так, эффективно будет его разловить. Думал, окунь небольшой там будет на него брать. А не, вон, пожалуйста. Сразу полторашечка. Ну что, продолжаем ловить? Тут маленько у нас помялся струна. Не знаю, насколько это скажется по рыбе. Да никак, думаю, нормально. Ловлю я, как обычно, на свой спиннинг Crazy Fish Orion с тестом 3.12. У меня стоит на нем сейчас новая катушка. Это Цуриной Рейнджер в размере 2000. Я вот ее сейчас обкатываю, смотрю, как она. Ну, и пока, в принципе, положительные так-то эмоции она дает, кроме звука, конечно. Шуршащий звук немножко напрягает. Фрикцион, как я уже тоже говорил, наверное, в предыдущих видео, не самый хороший. Ну а так, укладка хорошая, пока еще ни одной петли не скинул. Это радует, конечно. То есть, если петли не кидает, скажем так, со звуком и с фрикционом, ну где-то может и можно еще смириться. Если бы петли еще кидала, тогда вообще... Есть, ребята. Небольшая. А, нет, окунь. А вот и окунь. Ну как окунь-то неплохой, кстати. Неплохой окушок. Опа.
Очень даже неплохой окушок. А смотрите-ка. Тихо. О, пожаловал тут. Тихо-тихо. Ой, что-то он у нас тут закровил. Придется, походу, домой братик-то брать. Сорванец. Да, тут уже это вам не джиг, когда там один крючок еле как. Тут уже захватил, так захватил. Приманка-то вообще, смотрите-ка, рабочая. И по окуню, и по щуке. Буквально вот и тут, блин, никуда не отплывал. Чуть немножко там в сторону берега кинул. Буквально вот минут 10 прошло после щуки. И вот вам, пожалуйста, окунь пожаловал. Причем неплохой. Начинает мне нравиться кренки такие. Ничего сложного. Простая равномерка. У него у самого очень такая активная игра. Вот. Ему не нужно там никакой твичинг, там вот это. Спокойненько он на джиговую палку. Так, ну что, перемещаемся дальше. Сегодня ветра нет, поэтому ни волн, ни течений. Как встал, так и стоим практически на одном месте. Погодка вообще супер сегодня. Тридцатка, вон люди просто там друг на друге сидят, купаются. Как будто выходной. Водичка вроде упала, спустили. Уровень-то меньше стал. Не знаю, насколько это на водохранилищах лучше, хуже. Рыбка вроде и так клюет. Смотрим. Да, друзья, лето в этом году вообще просто песня. Я не устаю радоваться, но надо радоваться. Просто, блин, дождей нет. Погодка вообще супер. Как бы жары такой сильной нету. Было немножко, но не так, что прям изнуряющая какая-то. Так хорошо, тепло. Прям идеальное лето по погоде. По рыбке, конечно, в этом году на речке у нас в нашем городе, ну не в городе, а как бы в районе, скажем так, тут, да, не очень, прям очень плохой год по рыбе. Еще потому что и загрязнили, и сильно вода упала, то есть весной как упала резко, и походу вся ушла рыба, ну особенно щука. Окунь-то еще вроде есть, а щуки вообще в этом году прям совсем нету. Одна-две за рыбалку уже хорошо. Это небольшие там до килограммчика. Поэтому вот сейчас вот на водохранилище стал ездить. Тут вроде как бы щука есть. Более-менее крупная. Да и так как бы в целом, что можно половить после работы. То есть я вот сегодня тоже приехал после работы. Часиков 6 я вот здесь уже на воде, тут еще пока доплыл. Вот 2,5 часика есть порыбачить. 2,5-3 часа можно рыбсиков половить. Так, ну здесь как-то мелковато стало. Мне кажется, рыбка здесь отсюда ушла. Даже и была. Будем маленько на глубине ее все-таки искать. Более времени так не так много осталось у нас, поэтому все места
Ну, просто физически не прокидать. Будем самые перспективные только использовать. Ребята, и ух ты, сошла. Пока камеру включал, сошла, зараза. Небольшая щучка, по-моему, была. Есть щучка. Небольшой щупакабр. Оп. Молодцы. Эй, чё ты? Опа, шнурсен. Такой вот. Аккуратненько. Аккуратненько. Опа. О! Щупакабрик. Ай. Беги давай. Работает, работает приманка. Двинемся дальше. Солнышко уже начинает потихоньку садиться. Значит, что у нас времени немного осталось. Поэтому нужно активно перемещаться в поисках активной рыбы. Ну, пока вообще Крэнк Лаки Джон вообще радует, без всякого твичинга, на равномерочке потихонечку ведем, и все, и рыбешка то поклевывает. И учесть, что здесь травы много, то есть на блесну, когда здесь ловил, на блесну больше цеплялась травы. Хотя вроде она не так низко шла. Он как бы вроде и написано, у него сколько там до 1,5 метра заглубления, но такое ощущение, что больше заглубляется. Но опять это может мое, конечно, ощущение. Кстати, что касаемо покатушки, не знаю, такое ощущение, как будто она не сильно надежная. То есть, что долго не прослужит. Ну, не знаю, может, конечно, ошибочное мнение. То есть, как-то вот не внушает она такого, как, скажем, Шимана, да, что такой, блин, автомат Калашникова, который надежный. То есть, здесь как-то все так более такое кажется нежное, хотя это, ну, в принципе, только догадки. То есть, каких-то таких оснований особых нету для такого громкого, скажем так, заявления. Ну, ё-моё, вот, ну, как-то говорю. Ё-моё, перекрутилось. Ну, вот и первая петля. Да, вот и первая петля. Посмотрим, получится ее распутать, нет. Ну, утверждать пока, конечно, винить катушку может пока еще рано на 100%, но может где-то и был и мой косяк, хотя особо-то что-то и не припомню. Ну, не знаю, звоночек-то уже есть первый, скажем так. Вообще не понял, как оно все тут порвалось. Разматывал, и как будто уже оборвано было.
Ё-моё! Смотрите, сколько шнура. Ох, ёшки-матрёшки. Вот тебе новый шнур, пожалуйста. Конечно, для воблера он тут такой нафиг не упал. Такой хороший шнур. Ну вот, вроде и катушку-то особо не хвалил. А уже вон. Это так-то не дело. Не, ну у меня, конечно, тоже Шимана кидали петли пару раз, я не спорю. Но там сам бывает, что-нибудь призеваешь как бы. Вот, пожалуйста, ребят. Сколько тут нормально ушло метров. Неприятно, конечно. Ну да ладно, будем надеяться. Дело не в катушке, а в моих кривых руках. Но если еще раз такое будет, я этот шнур уберу. Критика его поймал. Я говорю, вообще любую рыбу. А? Ё-моё, еще на два крючка тут садился. Еще молоко на губах не обсохло, вон тут. Но будем надеяться, жить будет. Побежал. Теперь понятно, тут смотрю, гоняет. Тут гоняет. Непонятно, кто кого гоняет. Друг друга, наверное, гоняют такие вон карапузы. Кишит аж. Да, что-то бывает, правда, запутывается. Ай, иногда приманочка. И все, и перестает, конечно, работать. Солнце уже село. Сейчас начнет быстро уже темнеть. Смотрите, как так мог здесь зацепиться. А не, вот сейчас. А то что-то не мог их распутать. Два тройника друг за друга сцепились. Думаю, что за недоработка. Ну, это из-за травы, скорее всего. Первый раз у меня такое. Ну, что, где у нас еще крупная щука-то? Начало такое многообещающее было. Друзья, прям к лодке тут взяла небольшая. Ах, сошла. Сошла небольшой шнурсом. Ну такой грамм. 300-400. Прям видел. Подбежал, взял. Пока камеру включал. Наверное, на камере это не видно будет. Сразу в кусты побежал. Кто-то есть небольшой. А, окушок. Хороший. Хороший, добрый окуняра. Опа. Глаз, походу, заехали. Опа.
такой вот. Работает. Ну, будем надеяться, выживет. Опа. Уже все, уже прям темнеет, темнеет, но ничего. Еще можно маленько покидать, половить. Рыбка еще не спит полностью. Уже темно совсем стало. Все-таки лето к концу подходит, ночи короткие. Видите, уже фонари включили. Так что, ребят, всем спасибо, всем удачи. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. И всем пока, до новых встреч.